Привет, это канал Канада Карс, автомобили из Канады во все страны мира, в том числе и для Канады. Значит, сегодня мы хотим показать Lexus AS 2016 года с пробегом меньше 100 тысяч километров. Машина 3.5, двигатель 3.5, полный привод, в хорошей очень комплектации, очень хорошее состояние. Цена 23 999 канадских долларов для рынка Канады. То есть вы можете прийти к нам в автосалон, купить ее здесь, либо, если вы хотите купить и в другую какую-то страну отправить, без проблем, 17 500 долларов США, и она ваша. Ну что, давайте сейчас вам ее покажу, и после этого принимаем ваши звонки, фотографии можете посмотреть на нашем сайте по этой машине, на canadacars.biz в рубрике Cars in Stock, и наши номера телефонов есть на сайте и на нашем канале, звоните. Так, итак, вот эта лапочка заведенная у нас. Можете посмотреть. Я обойду ее со всех сторон, покажу вам. Зимняя резина, по-моему. А может и не зимняя, дайте гляну сейчас сам. Нет, она всесезонка. Вот размер резины. 235-35R18. Тормоза новые, все это абсолютно... Ну, маленький очень пробег у машины, полный привод. Двигатель 3.5, такой же, скажем так, как на RX, Lexus. Вот, собственно говоря. Машина чистая, чистый Carfax, clean title у нее, никаких проблем. Вот посмотрите, какая на салоне. Я вам покажу сейчас двигатель. Она для рынка Канады, в принципе, предназначена у нас. Вот он двигатель. Значит, для Квебека машины проходят специальный safety inspection. Она, по-моему, была привезена из Онтарио к нам в Квебек. Вот он safety inspection прошли по этой машине. Вот ее ВИН-код. Масла новые, фильтра все новые. Мы меняем это все в нашем гараже. Вот гараж наш, сервис. Автосервис. Есть у нас механики, которые все это делают. Вот. Ну, давайте глянем хоть ее, что там, как она в салоне. Видите, под дерево сделаны элементы определенной вставки. Резиновые всесезонные коврики. Память на трех водителей. Значит, у нее вентиляция, подогрев сидений. Подкачка спины. Вот есть определенные кнопки здесь, которые вот угол мертвых зон отключить можно, парктроники можно отключить. Ну, скажем так, много чего. Электрическое открывание багажника, подогрев, место для дворников у нас вот в Канаде. Вот. Ну, эти подогрев и вентиляция сидений, подогрев руля. Никаких ошибочек абсолютно, машина, вот колесо спустило, у нас на улице минусовая температура, вот сразу как выгнали ее на улицу, давление упало в шинах. Переключение на руле, конечно же камера заднего вида, очень причем хорошее качество изображения. Навигация, ну, в принципе, все, что у современных машин есть. Можно эко-мод поставить, можно спорт-мод поставить. И как только вы меняете мод, вот, допустим, спорт-мод, видите, меняется цвет подсветки щитка приборной доски. Вот. Ну, попробую сейчас сделать ярче. Вы увидите, как оно смотрится. Вот, допустим, спорт-мод, видите, красным все горит. Ставлю эко-мод голубым цветом. Двухсторонний климат-контроль. Ну, как я сказал, вентиляция сидений. Подогрев сидений. Ну, есть как бы очень немало опций. Вот это очень тема классная. Дерево. Wood Trim Package. Зеркало тоже имеет кучу кнопок для ворот, если у вас частный дом есть. Люк у машины. Ну, то есть такая она, в принципе... Багажник открою, покажу.
покажу немножко, это уже в салоне. Везде на все машины мы клеим пленочку, чтобы никто нам из клиентов не поцарапал, когда приходит там ботинками, ногами. Коврик багажника, оригинальный Lexus. Естественно, бесключевой доступ, естественно, как у всех нормальных автомобилей. Кожа перфорированная, как вы видите. Вот, заднее сиденье тоже кожа перфорированная, видите. Ну вот, собственно говоря, вот такая вот у нас интересная машина есть в автосалоне. Вот, вы можете ее... еще раз прийти к нам прямо в Монреале, посмотреть эту машину, тест-драйв заказать, проехаться. Вот она полноприводная, 3.5 мотор. Масла, фильтра все новые, свечи новые, машина в идеальном состоянии, меньше 100 тысяч километров пробега. Ну а за остальную информацию звоните нам, мы подскажем, объясним, что, как, что. Все, пока-пока.